Всем привет! У нас продолжается больничный. На улице у нас вообще классно. Сейчас покажу, что у нас творится. В общем, сначала шел дождь. А сейчас добавился еще и хлопушки снега. В общем, идет дождь со снегом, с хлопьями. Погода такая, как будто вечером. Очень сильный ветер. Все это так угнетающе действует. Дети еле-еле вот сейчас встали. Очень, я не знаю, если бы в школу вставать, они вообще, наверное, очень трудно вставать. Очень сильный ветер. Что у нас там? Наш завтрак. Хочу показать, что у нас. У нас такой скромненький завтрак. Овсяная каша, яйцо вареное, неизменный салат. Этот, ой, не лук, что я говорю. Морковь с яблоком, с медом и оливковым маслом. Ну, хлеб с остатками сыра. Сыр доели сегодня. Надо в магазин опять ехать. В общем, периодически мы его опустошаем, наш холодильник. Яйцо. Вот оно мне, кстати, это навеяло. Это вареное яйцо. У нас, когда Егор со Снежей приехали, я так удивилась. Егорка не умел чистить яйца. Он и сейчас, он их с удовольствием сейчас чистит, да, Егор? Но делает это на уровне, наверное, двухгодовалого ребенка. Василиска у нас где-то, наверное, к году уже умела это делать. Про старших я не помню, но с другой стороны, не помню, чтобы возникали какие-то трудности. Мы все время им давали вот скорлупки, они сами все чистили за столом. И, наверное, все-таки вот нужно сказать, да, что с одной стороны плюс вот этих вот учреждений детских, дом ребенка, детские дома. Ну, детские дома нет, там уже взрослые. Дом ребенка. Кормит их там сбалансированно. Готовит специалисты, меню разрабатывают медики. В общем, все по правилам. Но вот таких бытовых мелочей, вот как почистить яйцо, этого нет. Им дается уже все или провернутые, или уже просто очищенные. Вот. И нет того, что вот, например, у нас в семье есть. То есть дети могут поделиться друг с другом, дать что-то попробовать свое. Там такого нет. Наоборот, это, скорее всего, под запретом, да? В целях, скажем так, гигиены. То есть изначально что-то свое отдать. У нас Егор и Снежа были не готовы. Ну, года два точно. Вот сейчас уже 4-й год. И они потихонечку начали что-то вот вспомнить, что не угощали никого. Но угощают только пока маму с папой. То есть, например, чтобы Леру угостить, что-то припрятать для Леры вкусненькое, это может только Василиса сделать. И то не всегда. Потому что дети учатся друг у друга. И Василиса у нас очень много переняла от Егора и Снежки. Она стала более жадная. То есть она вообще была не жадным ребеночком маленьким. Готова была всем все отдать. Егор, ты не выспался у меня, да? Не выспался. А сейчас она стала подстраиваться под Егора и Снежу. Стала хитрить, стала жадничать. В общем, то ли еще будет у нас. Смотрите, покажем. Не все, конечно, но частично. Егор, ты хоть поздоровайся, что ли? Всем привет. Всем привет. Что у нас вчера опять было, Егорка? А? Вечером-то. Концерт был по заявкам? А? Был. Для кого концерт-то был? А, Егор? Для мамы с папой? Да ладно, что ты голову-то опустил. Сегодня-то у тебя нет концерта? Сегодня все хорошо? Ну-ка, посмотри на меня. Не будешь сегодня кричать? Нет? Сегодня хорошее настроение. Будем надеяться, что будет хорошее настроение. Ну чего, где девчонки-то? Пусть идут кушать. Заехали в Магнит. За изюмом. Как всегда, что-нибудь прихватили. Так, что мы взяли? Взяли вот такой сушеный виноград. 2 пачки. Сейчас я потом по чеку цены скажу. Так,
помело или помело, не знаю, как его правильно называть. Мы его помелом называем. Овсянка, шампиньоны, батончик белого, полбуханки черного, творожок. Сверху на бань положила такой. Егор, ты чего там пришел? Попить? Попей. Так, конфетки Мишка на севере со скидкой были. Как же не взять, если со скидкой? И вот таких вот йогуртов еще набрали. Лерка в школу берет, Мишка с собой. И с собой носит, и так, в общем, и сыр. Так, и ой, что-то нам дали какую-то скидку. Что тут у нас за скидка? Так, это у нас скидки-сюрпризы в наш юбилей. Ваш купон на скидку 40%. Так, на бренд Max Factor, тени для век и бровей, блеск для губ, тушь для ресниц, карандаш для губ. Ассортимент уточняйте у продавцов. Ну, короче, бесполезный для нас. Мы этим всем не пользуемся. Так, по ценам на продукты. Ой, как мелко. Так, нам пришлось опять пакет майку купить, потому что мы хотели только купить две пачки изюма, но вот так получилось. В общем, опять мы не сэкономили. 4,90 стоит майка. Так, Савушкин продукт. Это вот этот творожок. Он стоит, сейчас скажу точно, 34,90. Био-йогурт Слобода 46,90. Смузи, вот эти вот с черникой, которые и еще там что-то добавлено, 34,90. Так, виноград сушеный, ну, 100 рублей практически, без 10 копеек. Везде вот эти цены все, 49,90, 99,90. Может, думают, что мы не умеем округлять до 100 рублей? Умеем. Так, сыр королевский вышел на 152,69. А цена без рубля 500 рублей за килограмм. Так, крупа Геркулес 11,30. Фасовка 400 грамм. Конфеты Мишка на севере сейчас 399 за килограмм. Так, грибы шампиньоны 80 рублей за 250 грамм. Хлеб дарницкий 14,20. Батон нарезной 29,90. Помело вышло на 112,20. Цена за килограмм 64,90. У нас кило 700. Ну, если кого интересует, итоговый чек 1200. В 1200 нам обошлись две пачки изюма.